В Люберцах прошли соревнования Московской области Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по чирспорту. В состязаниях приняли участие более 1300 человек. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Во дворце спорта «Триумф» встретились чирлидеры из 4 регионов. За призовые места поборолись спортсмены из Москвы и Подмосковья, Тверской и Владимирской областей. Город Люберцы всегда открывает свои двери для любителей чирспорта. Я желаю всем спортивным клубам сегодняшнего успеха, тренерам беспристрастности, а родителям просто наслаждаться соревнованиями. Городской округ Люберцы представили более 400 юных чирлидеров. Среди награжденных – команда 21-й школы «Альпака». Вообще, меня сюда привела моя одноклассница. Она начала рассказывать, и вот после нее я сюда пришла. Сейчас мои лучшие подруги тоже хотят сюда прийти, так как видят, как мы занимаемся. Мы сегодня заняли 2-е место, но мы обязательно в следующий раз победим. Выступления включали в себя хореографические и акробатические элементы. Поддерживали участников и тренеры, и болельщики. Ой, вообще потрясающе, столько эмоций, они просто заряжают. Очень здорово, очень высокий уровень сегодняшних спортсменов, а мы болеем за «Фэмили». Что кричат там обычно? «Фэмили, вперед!» Соревнования по чирспорту набирают популярность и среди взрослых. Подмосковная команда «Электро» завоевала золото в дисциплине «Фэмили», что в переводе с английского – «семья». Сегодня участвовали мамы и папы спортсменов. Это круто! Это вообще это заряд энергии, это вообще супер, вообще эмоционально, это очень здорово. Родителям нравится, нам нравится, мы получаем очень много-много-много положительных эмоций. Началось сейчас помпон, было интересно, что это такое. И потом уже и все, и затянуло. Судьи оценивают технику исполнения программы, синхронность движений и, конечно, эмоции, которые передают чирлидеры. Российские спортсмены очень хорошо повысили свой уровень достаточно высоко. То есть конкуренция сейчас что на региональных, что на всероссийских уровнях достаточно высока. Все спортсмены стремятся к чему-то большему, показывают просто невероятно сложные программы. Наш вид спорта считается уже олимпийским видом спорта, признан. Мы присваиваем разряды до мастеров спорта. В Люберцах у нас пока мастеров нет. По результатам соревнований более 300 участникам присвоены 2-й и 3-й спортивные разряды. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.